15 лет. Из тех призеров бронзом становится Роман Тока. Там условно город Шока. На вторую ступень пьедестала почетно поднимается представитель Хорды Мансийского автономного округа Югра. Виталий Самарцев. Ну а победу в этой возрастной группе одержал представитель Калужской области Дмитрий Юдин. Александр Николаевич Пашков сейчас еще вручит еще одну награду. Николай Васильевич Овсякин.